Редкий случай, когда можно посмотреть на свою посудину со стороны. Вот она сейчас, да, красиво повернется. Хотя это не один в один тот же самый хаусбот, на котором мы сейчас с вами находимся, но фирма, которая их построила, одна и та же. Мне показали вот этот самарский, а на ваш показали, сказали, что он из Москвы. А сейчас у нас сразу два, они одинаковые, да, очень похожие, оба из Москвы, да? И, да, значит, почти. Показатель почти. Качества московские. На самом деле сделаны они в Самаре, компания Cruise House Boat. То, что вы видите, два экземпляра, это изготовлен год назад, этот изготовлен в этом году и готовится сейчас к отгрузке. Особенность конструкции тримаран. Отличаются они компоновками. Один рассчитан на сдачу в аренду, другой рассчитан для личного использования. Кто их нарисовал? Ну, тут, так скажем, коллаборация большого количества людей. В нашей команде часть людей занималась стройкой, часть людей занималась рекламой. Соответственно, объединились, и лучшие технические решения и, соответственно, лучший визуальный конструктив вот воплотился в этом продукте. Думали изначально, прежде чем начинали, что строительство хаусботов достаточно легкая тема. По итогу оказалось сложнее, чем мы планировали изначально, но подошли реально с душой, реально с качеством, и получилось вот то, что вы видите. Полиэтиленовые поплавки, наполненные пенопластом для плавучести, они разделены на модули. В случае какой-либо аварии или повреждения он в любом случае будет находиться на плаву. Можно оставлять его зимой, соответственно, вот этот экземпляр, он зиму уже пережил и, как видите, плавает. Здесь как будто два поплавка, а там сразу видно, что три. Нет, здесь именно тримаран и тот, и тот. Единственное, вес у этого чуть-чуть поменьше, там больше оборудования, потому что люди хотят на нем путешествовать на дальние расстояния. Это дача такая. Ну, плавучая. Условно так, плавдача. Там уже, да. Плавучий дом. Там плавучий дом. В этом жить можно зимой? Жить... Не зимой, летом. Зимой. Летом жить можно. Когда можно жить? Можно всегда, в общем, в них жить. Все нормально. По большому счету это лодка. Чтобы управлять, необходимы обычные лодочные права. То есть маломерное судно во всей красе. То есть его в регистр переводить смысла нет? Вот эти все заморочки, другие правила сложные? Нет. Мы подготавливаем весь комплект документов. С этим комплектом документов идете в ГИМ, регистрируете на себя, и у вас просто на вас стоит маломерное судно. Капитан должен быть... С каким опытом? С каким опытом? Да с любым опытом, на самом деле. Если вы когда-либо управляли любой лодкой, в принципе, при определенной сноровке, чуть-чуть потренировавшись, уже можно управлять хаусботом. Осадка 0,6 метра ориентировочно при стандартной загрузке. Ну, то есть, по большому счету, вот Silver стоит, он, у него осадка чуть меньше, чем у нас. То есть проходить по неглубоким озерам, по протокам, то есть можно без проблем. Единственное, как правильно сказали, парусность все-таки присутствует, потому что посудина достаточно большая. И на боковой ветер надо делать поправку. Похоже на лофт. Мы использовали все плюсы нашей конструкции. Как раз вы видите на потолке основную силовую конструкцию, вот, за счет которой держится вся настройка. Стальная конструкция тяжелая? Достаточно тяжелая, да. Судно весит порядка 15 тонн. Соответственно, ну, что дает ему устойчивость на воде, ибо ну, мы сейчас шли, не особо качает на волнах, если вы заметили. Если говорить об интерьере, то, в принципе, мы под каждого заказчика готовы подстраиваться, то есть делаем дизайн-проект с оговоркой единственной на применение тех материалов, которые будут достаточно долго жить на воде. Это необычное покрытие, да? Это кварц-винил обычный, который также используется дома. Соответственно, то есть он достаточно мореходен? Он достаточно крепкий, да. Да. Ниже использована влагостойкая фанера. И на нее наклеен кварц-винил. Вот, ну, как вы видите, экземпляр, он используется для коммерческой аренды, то есть у него, ну, износ достаточно сильный, при этом, при всем,
все целое, ничего не разрушилось. Мебель плюс-минус такая же домашняя, единственное, при производстве стараемся делать так, чтобы он весил как можно меньше. При этом, чтобы он трансформировался в максимальное количество спальных мест. Максимальная функциональность. Обитаемость, она в первую очередь. Очень важна, да. Ну вот, соответственно, и нам приходится искать компромисс во всем, чтобы было красиво, функционально и надежно. Два мотора – более удобное решение с той точки зрения, что вот этот хаусбот, он может разворачиваться на месте. То есть фактически на одном месте двигатель раздрай пускаем, и гораздо удобнее маневрировать. Данный экземпляр оснащен сауной, соответственно, в любой точке водоема. Также подкидываете дрова, топите, паритесь и, соответственно, тут же в прохладный водоем. Все пытаюсь сосчитать, на сколько человек рассчитана эта лодка. На 12 человек стандарт, как ограничение по маломерным судам. Галек, барбекю. Мотор работает. Здесь 2 по 50. 2 полтинника, да. Оптимально? Минимально или... На самом деле оптимально, хватает за глаза и для неспешных путешествий прям самое то. Потрясающее место. Можно находиться, наслаждаясь видами. И, соответственно, спокойно... И танцевать на барной стойке. И танцевать на барной стойке. Есть дискотечный свет, который прям вот лупит на стол. На самом деле конструктор. Вы можете сделать вообще здесь все, что угодно. Как у Субарика, смотри. Мы, в принципе, можем менять компоновку как хотим. То есть увеличивать кухню-гостиную, уменьшать ее, менять сауну на каюту, увеличивать размер мастер-каюты, мастер-спальни как таковой, если мы применяем аналогию с домами. Санузел можем немножко изменять местами. Опять же, в зависимости от наполнения инженерными коммуникациями, конструкция может претерпевать небольшие изменения, но это только в той части, которая не влияет на безопасность судна. Остекление безрамный однокамерный энергосберегающий стеклопакет. Вот, это дает возможность летом чувствовать себя более комфортно внутри, то есть он защищает от проникновения тепла вовнутрь. И, соответственно, зимой, пользуясь стационарным отопителем, то есть можно комфортно себя чувствовать при минимальных теплопотерях. Это как относится к системе безопасности, так же и к системам удобства. Две камеры наверху на втором этаже и 4 камеры по периметру, для того, чтобы вы всегда могли понимать, что у вас происходит, где бегают ваши маленькие дети. Широкий вход, да, дает возможность в летние жаркие дни пользоваться системой кондиционирования, потому что это все продувается насквозь. Да, все верно. Да. Пост управления, соответственно, включает в себя монитор, 6 камер, про которые мы с вами говорили, как на любом плавсредстве эхолот картплоттер, 4 бака, 2 по 250, передние баки, задние баки, 2 по 180. Уровень воды, то есть присутствует бак на 200 литров, который вы можете пополнять либо в марине от береговой воды, либо, если вы находитесь в чистых водах, через систему фильтрации можно пополнять прямо из водоема. Серая вода, да, также присутствует, находится в одном из поплавков, куб емкости. Внизу это инвертор, да, то есть система электроснабжения, она устроена каким образом. 4 сервисных аккумулятора стоят в носовой части, по 240 ампер емкость каждого. Они заряжаются либо от солнечных батарей, либо от берегового питания. Также в случае отсутствия хорошей погоды можно включать генератор, и, соответственно, также подзаряжаются батареи, а батареи через инвертор уже питают, соответственно, всю бортовую сеть. Сеть разделена на 24 и 220 вольт, как дома. Запас хода, как мы уже говорили, 2 бака по 250 литров и 2 бака по 180 литров. Это получается 860 литров. При расходе порядка 12-14 литров около 70 часов он может идти. Средняя скорость крейсерская 8-10 км в час. Соответственно, на одной заправке можно пройти порядка 700-800 км. Используем материалы, которые не боятся воды, опять же. Но фурнитурка... Фурнитурка хорошая, с автодоводчиками. Газовая плита, да. Газовые сменные баллоны. Дизельный водоподогреватель? Да. То есть он берет воду и греет ее с лету?
он накопительно проточный. То есть для того, чтобы вы открыли кран и сразу пошла горячая вода, присутствует определенное количество воды, которое он гоняет и поддерживает постоянную температуру. Это бытовой водонагреватель. Он установлен в данном конкретном зимнем варианте. Используется исключительно зимой. Пульты управления – это наши самарские делают ребята, да? Да. Тоже отопители. Отопители, на дистопливе. Да. Установлен он вот в кухне. Еще, да? Да. Тоже это на мастер-каюту. Отдельный отопитель. Три режима у светильника. Видите, яркость меняется. А. Вот это самая маленькая яркость. Дискретная. Да. Сколько раз нащелкаешь? Побольше. Установлена душевая кабина. Про горячую воду мы уже проговорили. Туалет, как дома, сидите. Самое потрясающее место, на самом деле, на хаус-боте. Виды, огонь. Заказчик попросил установить кондиционер. Соответственно, двухспальная кровать с подъемным механизмом. И под кроватью можете складывать огромное количество вещей. Соответственно, такой здоровый холодильник. И очень неожиданное место, где он расположен. Я такого раньше на хаус-ботах не видел. Ну, тут на самом деле два варианта. Можно его устанавливать либо здесь, либо можно устанавливать на кухне его, в зависимости от решений. Ну, это человек, который, видимо, любит ночью встать и что-нибудь заточить по-быстрому, рядом с кроваткой. Гостевая детская каюта, в зависимости от назначения. На матрас написано «Junior». «Junior». Самый 140-сильный мотор. Основная силовая установка. В принципе, данного двигателя достаточно для того, чтобы нормально путешествовать и преодолевать достаточно большие расстояния. Люди поют ведь. Волга. Лето ведь, Волга ведь. Морской ковролин. Вы чувствуете, насколько он приятен? Ну, это ног. Похоже на синтек американский. Он и стоит. Рундуки, куда можно складывать большое количество вещей. Огромное даже, я бы сказал бы. А это солнечные батареи, те самые, которые питают аккумуляторы, да. Общая мощность у них 1,3 киловатта. То есть, ну, вот в такую погоду хаус-бот может чисто за счет них весь день питаться электричеством. Цены, ну, как мы цену обозначим? На самом деле, в нынешней изменчивой ситуации, ну, цены на нашем сайте можете посмотреть или обратившись к нам. На вашем сайте в изменчивой ситуации написано от 11 миллионов рублей. На данный момент стандартная комплектация, стандартная минимальная, без мебели. Стоит один отопитель, сделан ремонт. Все, что необходимо, это дооснастить мебелью, и все, и можете передвигаться. То есть кухонной линейки нет? Кухонная линейка есть. Кухонная линейка есть. Диван. Чего нет тогда? Диван отсутствует, стол отсутствует. Да по большому счету все есть. Тогда получается. Ну, вы поняли, ребята, да, что московское качество пресловутое, нифига эта тема не работает. И, как и раньше, из Москвы у нас будет только жвачка, пепсиколы и апельсины. А все качественное, как хаус-боты, лодки, мы будем поставлять, наоборот, в Москву из Самары. Подписывайтесь на канал, лайк поставите, нам будет приятно. Колокольчик нажмете, будут приходить уведомления о новых видео. Ничего не пропустите. Ну и все, ловите новые видео. Пока!